Всем привет! Красно! Красно! Представляете, забыла вам сказать. Привет, мои лапули на патуле. Ой, начинается очередной мой влог. Влог начинается очередной. Сегодня день Ататюрка, день спорта и молодежи. Два праздника в один день. Я-то подумала, почему так многолюдно и шумно в парке. Оказывается, такой праздник сегодня. Дети все дома. Я иду. Решила сегодня изменить свои планы. После того, как мы с Жанной гуляли, я не выходила. 10 часов, жарище, наверное. Этот цветок называется олеандр, да, как мне Жанна научила. Все равно его завтра забуду. Так вот, я что сегодня сделала? Померила давление, посмотрела просто, потому что на ночь я вчера вроде бы сижу на диете. А мой муж вчера в 10 часов не принес мне магнину мороженое. И вот я съела, и у меня, ой, даже не знаю, надо ехать в Батуми и проверять себя, контролировать. Потому что не нравится мне это. Кто-то пишет сахар 9, кто-то этот. Нет, у меня не 9 сахар, не дай бог. Смотрите, научу вас, мои дорогие зрители. Если ваш аппарат меряет 90, 100, нужно все делить на 17. Упала моя куртка. Делить на 17, и получите вы точные цифры. Вот норма 100. 100 на 17 получается 5,80. Ну, это максимум, максимальная норма. Что касается выше, у меня было и 160, да, было один день 160, но я все подряд тогда ела сладости, вот. Ну, у меня есть аппарат, поэтому контролирую. Вообще, знаете, вот так думаешь, хорошо, что я не знала, что до этого. Но, с другой стороны, я же прислушивалась к своему организму и не понимала, что со мной происходит. Давление у меня сейчас отличное, 117. Понимаете, а что-то не то было. Вот сахар что делает? Сахар меняет повышение инсулина в организме. Меняет, все меняет. Ой, так жарко, а я эту куртку одела, думала, замерзну. Солнце печет, асфальт горит. Пришла жара. Все, в это время уже надо возвращаться. А я сейчас чуть-чуть погуляю, просто хочу мозги проветрить, мои дорогие зрители, набраться сил. У меня сегодня планы неимоверные, расскажу вам о своих планах попозже, возле набережной. Сижу и заснула, слушаю законы денег, продолжаю обучение законы денег. И знаете, одним из законов, который сейчас я выучила, является: никогда не рассказывайте никому о своих планах. Все миллионеры и богатые, успешные люди, они планируют, но вряд ли они кому-то посвящают свои тайны. Вот я куплю это, сделаю это и того-то, и так далее. Нужно каждому из нас планировать. Есть такая техника, с благодарностью принимаю. Как ее делают? Вот пишите вы на листке бумаги: с благодарностью принимаю, и все ваши расходы за квартиру, за коммунальные. И потом что-то еще нужно написать, чтобы это было на 10-20% больше той суммы, которую вы заплатили в предыдущем месяце. И с каждым месяцем увеличивать. Сижу, зеваю, просто с ума схожу. Так вот, не надо никогда говорить о своих планах. И я теперь вам не буду сообщать о своих планах. Буду только по существу говорить. Потому что я, когда сообщаю, многое что не исполняется. Поэтому, мои дорогие зрители, сижу, слушаю и не тратьте деньги, зарплату. Еще один из законов, который мне понравился. Не тратьте деньги в день получения зарплаты.
Вот просто нужно терпеть, чтобы деньги сутки у вас побыли на вашем счету. Это очень важно, когда мы пытаемся потратить деньги, это говорит о том, что у нас финансовая емкость, как дуршлаг. Вот у этого ребенок орет, то есть финансовая емкость, как дуршлаг, деньги не сохраняются. То есть деньги мы не можем сохранить у себя на счету. А вы постарайтесь. Я сама такая транжира. Когда у меня деньги появляются, я... Последнее время, кстати, у меня по-другому уже стало. И деньги стали задерживаться на моем счету, на картах, в кошельке. Потихоньку стали увеличиваться. И... деньги стали лежать, потому что когда я получаю зарплату, я их всегда кому-то отправляю. Вот, мои дорогие, поэтому не буду делать больше такого. Ну, в последнее время я, кстати, и живу по этому принципу. Какое замечательное море, никого нету, к сожалению. Почему никто не купается? Прям хочется так ножки помочить, но мне позвонила подружка, ждет меня на кофе. Вот, поэтому я никак не получу, не помочу мои ножки, друзья мои. Такая жарища, уже в это время невозможно выходить. Поздно я очень стала. Чувствуется, что лето пришло. Мы с девчонками никак не можем собраться. Этот год как-то все изменил у нас, но мы общаемся постоянно на связи. Встречаемся в другие дни. Вот сейчас я бегу к ней тоже. Знаете, в чем дело? Одна уехала надолго. Вторая. Дети в школу пошли, вот другой. Третья. Ребенок в садик уходит после часу. И в 10 утра у нас не получается. Еще там одна поехала на учебу. Год уже скоро будет. Еще кто там у нас? Ну вот как-то получается... Вторая начала учиться турецкому. Ну, получается так, что с утра у всех свои какие-то планы. А встречаться в час такой жары, это просто туристика. Да, мы живем в таком климате. Надо подстраиваться. Надо утром рано вставать. Сейчас я хочу так кофе просто до безумия. Я сегодня планирую. Поголодать, посмотрим, как у меня чувство голода появится или нет. Не могу понять, я в кетозе или нет. Кетоз это тогда, когда у вас жрать вы вообще не хотите. Я не хочу жрать, я просто хочу выпить кофе. Вот что я хочу. Извините за мои такие грубые слова, жрать говорю. Ну, мама бы мне сделала замечание сейчас. Ну, а я вот иду. Была я у подружки, пришла, вот повесила белье, полила цветочки свои. Хочу поделиться с вами, знаете, с чьим? Вот, смотрите, мои внучата. Готовы к вылету, да? Смотрю, отсюда вот торчит, а второй, не знаю, посмотрите сами. Увидите или нет? Здорово. Вот, так что вот, чуть-чуть полила цветочек, видите, он у меня пожелтел, но живой, видите, даже цветочки здесь выпустил. Так, моя клубника, я вам говорю, рассказывала, что клубнику сосед дал напротив, говорит, посади, никакого ничего двига. Сегодня, наверное, буду заниматься, знаете, чем? Моя Катюша дала мне такой цветочек, еще, я его поставила водичку. Буду заниматься, знаете, чем? Посадка этого голубики. А вот такой цветок я дала своей Катюше. У нее он такой красивый. Вот его надо забрать отсюда. Такой красивый цветок. Ну как, куда его поставить? Какое место, скажите? Он не для балконов, он домашний цветок. Мне аж прямо так понравился у Кати цветочек.
Сегодня на ужин Ашкейму, моему мужу, я решила приготовить карный ярык. Карный ярык. Правильно я сказала? То есть неправильно скажешь, плохое слово будет. Пережарила на масле. Тут у меня начинка. Видите, какая вкусная начинка. Фарш, помидоры, лук, чеснок, приправы. Вот. Сейчас я приготовлю ее сюда и залью это и в духовку. Тут вообще готовить нечего. Сейчас надо до этого приготовить мне плов. Вот чем надо заняться. А посмотрите на наших птичек. Я до сих пор не посадила. Вот. Наши птичечки. Видите? Все время ругаются. Вот там внутри принцесса. Шикер тоже. И что-то они с принцессой не поделят. Такие сладкие они живут. У нас весело на балконе. А здесь наши голуби большие стали. Мамаша прилетает, кормит их. Вот, смотрите, видите, она, мамаша сидит. Там у нее подушечка сохнет, я постирала. Вот так вот мы живем весело. Кто не знает, как готовится это блюдо, я вас научу. Все делают по-разному, но вот я так приспособилась. Разрезаем чуть-чуть наш болгарский, этот баклажан, и жарим его. Видите, он такой. Сейчас вот это вот я вилочкой вот так сделаю, и видите, и что сделаю? Вот эту мякушку я помну, вот так прижму, и сверху, и раскрою, и потом положу вот эту красивую начинку. А вот и я, друзья мои, решила с вами поболтать, есть что рассказать вам новости. И заодно приготовить. Друзья мои, время как летит, я не успеваю просыпаться, хотя не просыпаюсь в 9. Просыпаюсь в 6, солнышко будет меня. Потом обратно засыпаю, ой, как хорошо потушился внутри баклажан. Засыпаю обратно и просыпаюсь где-то в 9, да, уже дела у меня. И вчера хорошо погуляла я. Сегодня у меня такой возможности не было. Горячая ныяшка. Алмады? Шоль алмады. Ясен деди ки, олум деди, чай гриоз деди. Гелсене деди. Друзья мои, что сейчас произошло? Вы заметили, мой муж вернулся. Он собирался вроде бы с другом. Потом друг Ялчин сказал, что он идет с кем-то там, куда-то на свадьбу. Потом он пришел, когда вернулся. Они поговорили. И они его пригласили в ресторан. Пускай идет в ресторан. Посмотрите, а я так ничего и не приготовила. Смотрите. А я говорю, а что это такое? У меня рис вон. Рис я приготовила, замочила. Рис приготовила, замочила. С этим-то что делать, скажите? Выбрасывать? Вот у меня фарш такой красивый. Фарш. И сейчас оставлю как есть, потом посмотрим. А вы знаете, что, если честно, я так хотела, чтобы он пошел гулять. И когда он сказал, что не идет гулять, у меня расстроилась. Потому что у меня очень важные дела по бизнесу. Какой у меня сегодня насыщенный день, мои дорогие друзья. Сейчас смотрю моего ментора, учителя по нейрографике. И вообще, все, что в моей жизни произошло, я у нее научилась. Благодарю ее. Она, кстати, сняла очки уже. Сегодня Акшая третья, очень великая дата, мощная. Я написала список желаний по 9 сферам. 2 вебинара посмотрела вместе с ней. И в конце она сказала, что нужно нарисовать на благодарности. Хотя я такая уставшая уже начала 2-го. Вот до 2 часов нужно было все успеть. Я это все успела, друзья мои. Это вчерашние благодарности. Благодарите Вселенную за все. И в вашей жизни будут происходить чудеса. Вот наша Анастасия Анисимова. Спокойной ночи. Я пошла спать. Наработалась.